А не вы ли, опять же, обращаясь ко многим грязным блогерам, я хочу сказать, спровоцировали последующий сход, который потом перерос в драку? Наживаются на чужом горе. Сергей Меликов раскритиковал действия инстаграм-страниц «Речь о трагедии в поселке Тарки». Реуглава считает, ситуацию необходимо решить действиями, а не заниматься провокацией. Очень легко с дивана оценивать ситуацию, которая происходит. Но очень тяжело брать на себя ответственность, особенно когда эта ответственность сопряжена с ответственностью за жизнь и здоровье людей. Руководитель региона продолжает. В Дагестане плохо борются и с распространением наркотиков. Не слажена работа и, как следствие, нет результатов. Так называемые барыги продолжают пропаганду наркотических средств, используют современные технологии. В ходе поездок по городам можно встретить нанесенные на стены криптографические надписи, которые являются маячками для наркозаклада. Бороться с пропагандой наркотиков Сергей Меликов призывает и общественные объединения, религиозные организации, а также добровольцев. Политик предлагает организовать горячие линии. Это для того, чтобы установить прямую связь с жителями республики. Алина Багилова, Муса Салгиреев, Мурат Бекпарзов, телеканал ННТ Махачкала.